Премьер-министр Республики Молдова Павел Филипп провел встречу с экспертами Международного валютного фонда, которые завершили свою оценочную миссию в нашей стране. Сторонами была достигнута предварительная договоренность, а после согласования с руководством МВФ она вступит в силу. Так Молдова сможет получить очередной транш кредита МВФ в размере 22 миллионов долларов США. До того момента властям Республики Молдова предстоит выполнить целый ряд подготовительных действий. В то же время, по словам главы правительства, программа МВФ для Республики Молдова намного больше, чем просто заем. Это сертификат доверия к нашей стране. Молдове удалось выполнить все требования, добиться экономической и политической стабильности. Также среднесрочный прогноз экономического роста является положительным и составит 3,5-4%. А ратифицированный бюджет на 2017 год и проект бюджета на 2018 позволит увеличить притоки в публичную и социальную сферу. После этой оценочной миссии мы сможем получить около 22 миллионов долларов США. Мы намерены сохранить динамику реформирования, поощрять экономический рост и бороться с нищетой. Есть некоторые проблемы, на решении которых мы сосредоточимся в ближайшее время. Это управление банками, возвращение активов, финансовые небанковские учреждения, создание единого центрального депозитария ценных бумаг Молдовы. Миссия Международного валютного фонда находилась в нашей стране с оценочным визитом с 25 октября по 7 ноября. В течение 2 недель эксперты анализировали состояние экономики и успехи властей в процессе выполнения требований для подписания программы.